Попробую короткое видео записать, что я 6 минут длинное записала. Так, сейчас вот я сижу, ну вот я сейчас выключу его, потом снова включу. Вот, включила. Так, включила. Сейчас оно сначала сканирует, ну, в принципе, да. Что оно сканирует? А вот сразу можно включить, да. Вот меню, захожу в меню, видите, автопрограммы. Нет, оно сканирует, пусть посканирует. Автопрограммы можно выбрать йога, релакс, снятие боли, восстановление. Вот я это переключаю, вот внизу. Шея, плечи. Я выбрала шея, плечи. Пим. Да нет, я выбрала шея, плечи. Где оно? Вот они, последние. Окей, нажимаю. Окей. Понятно? Еще раз. Меню. Меню. Окей. Автопрограммы. И вот я выбрала шея, плечи. У меня болят плечи. Вот. Это же, надо мне поясницу. Ну, чужненькая. Окей. Все. О. Все. Снова меню, если хотите. А, у меня сейчас трясти будет. Ручные функции есть. Вот так. Опа. Стоп, можно сделать. Сейчас он мне будет поколачивать. Ой. Трясет. Так, поколачивание, похлопывание. Можно выбрать, просто он будет тогда поколачивать. Тогда я вообще ничего не запишу. Вот если окей нажму, то он будет вот это все делать. Потом меню, что еще есть здесь? Настройка. Можно скорость менять, ширину, зону массажа, компрессию. Можно уменьшить интенсивность компрессии. Вот окей тоже нажимать. Просто я говорю, у меня трясет. Так, вот если adjust нажать, например, adjust. Вот, подождите, я из меню выйду. Что тут еще есть? Персональные данные, персональные настройки. Вот видите, память, можно память. Память один. Использовать. Вот вы можете функцию памяти, вот тут кнопочку использовать. Можете в память записать свои индивидуальные настройки. Ну тут, так как у нас пока ничего не записано, тут ничего и нет. Ох, параметры, системы. Вот английский язык. Вот испанский, ну там что-то английский. Ну вот, в общем, будет. Авто. Вот можно в авто заходить, в авто сразу, в автопрограммы. Можно кнопочку авто, кстати, нажать, да. Не меню, а авто. Да, сразу он заходит в автопрограммы. Вот смотрите, выключаем, потом включаем. И, в принципе, кнопочку, если нажмете авто, ну, сначала он сканирует все-таки, видите. Надо подождать, пока сканирует. Но если нажать авто, заходит сразу автопрограмма. Главное, вот когда сканируешь, меню нажимаешь, оно нажимается. Да. А вот авто только после сканирования. Нет. Да, вот оно сейчас. Можно плечи отрегулировать. Вот здесь вот видите. Тут ниже, выше можно сделать плечи. Вот, вот. Нажимаете авто. Раз. И все выходит автоматически. Программы. Вот они. Демо, йога, релакс. Ой, зверская штука. Я включила шея, плечи. Окей. Вот у меня шея, плечи идет. Ой, хорошо, балдеж. Так, вот. Что еще? Ну, вот тут понятно. Adjust. Если выйти, вот adjust нажать. Скорость можно менять. Вот такими кнопочками. Ой, что идет массаж. Потом время. Компрессию можно уменьшить. Вот, вот, вот. Вот я, видите, уменьшаю. Окей. Окей, нажимаю, у меня компрессия вот эта передвинулась. Вот еще меньше. Настройка компрессии. Я меньше сделала, потому что людям больно. Так, дальше переключаем. Вот, вот в эту стрелочку. Пим. Ой, 20 минут. А мне надо, например, меньше. Я окей нажимаю. 25. Ай, сейчас трясет. 5 минут. Все, мне уже хватит. 4 минуты. Время можно выставлять. Это вот на аджасте. Аджасте. Тут обратно попикать, если обратно. Раз, компрессия, ролики. Что тут? Ролики в ногах можно уменьшить. Интенсивность роликов тоже так же, как компрессия. Но я делаю меньше компрессии, потому что люди... Это вот-вот компрессия меньше стала, вот здесь. А, ну, я руки не засовываю, потому что мне вот заняты руки. Фу. Ну, мне кажется, все понятно. Ну, я, как говорится, такая, знаете, объясняющаяся. То есть вот, если хотите автоматически, можно сразу в авто зайти. Вот авто, да, автоматические программы. Или в меню. Меню и верхний автоматический. Вот. Это, мне кажется, понятно.
Нижнее вот это вот, ну, настройки настраивает. Время, компрессию можно менять, если больно, например, вам. Вот это adjust, он можно скорость менять, а ширину роликов. Вот так же точно нажимаете, видите, я что-то нажала. Он, ай, меня что-то трясёт, ай. Компрессия у меня сейчас меньше, видите. Ладно, я из него вылезу. Ну, мне кажется, понятно. Да, давайте я выключу уже. В общем, я дома вам скину, потому что у меня через мобильный интернет такое тяжелое видео не загрузится. Ну, давайте, в общем, если что, домой приду вам скину.